Я о многом передумал, многое вспомнил. Передо мной открывалась новая эпоха. Приходилось расставаться с родным гнездом, с привычным образом жизни, с обязанностями, которые, так сказать, вошли в плоть и кровь. С близкими людьми, с привычками, унаследованными от отцов и дедов, с лошадьми. Словом, со всем тем, что было дорого и мило, что так долго составляло цель и смысл моей жизни. Все это надо было покидать, ибо все это было уже разрушено. Было над чем призадуматься, было от чего не спать в ту памятную ночь. И все же я был далек от тогда от мысли, что жизнь моя кончена, и через какой-нибудь месяц начнется мое житье по советским тюрьмам. Да, поистине неисповедимы пути Господни, и будущее сокрыто от нас. Это был фрагмент из финальной части удивительно богатой и драматической книги Якова Бутовича «Лошади моего сердца» из воспоминаний коннозаводчика. Читал поэт и публицист Юрий Кублановский. 55 лет на свете прожил автор этих воспоминаний, при упоминании имени которого у любого специалиста, хоть сколько-нибудь связанного с темой разведения племенных лошадей, загорятся глаза, и лицо, я уверен, озарится благодарно уважительным светом. И согласимся, что даже тем, кто ничего не понимает в этой самой лошадиной теме, словосочетание «орловский рысак» понятно и хорошо знакомо хотя бы по художественной литературе.